Анатолию Афанасьевичу несколько прощальных слов. Пожалуйста. Ушла легенда. Сильнейший боец был Европы, Советского Союза. И здесь пришли ветераны, которые были рядом с ним. Я его знал 14 лет. Сборная Советского Союза тренировалась в «Динамо». И он сидел уставший, раздевался в такой машине. Ну, потом мы по жизни с ним дружили. Наверное, в зале я буду рассказывать немного. Это легенда. Уходит. Еще по состоянию здоровья он мог еще лет 20. Но получилось так, что он понадобился так. Доброй памяти будет о Толе всегда с нами. Дорогой Толя, рано ты ушел. Я надеялся, что ты еще долго будешь с нами и будешь поддерживать всегда наше движение. Я имею в виду борьба с самбо. Я думаю, хотя бы в Олимпийский ты бы посодействовал. Такого борца больше не будет, потому что тебе не важно, какая борьба. Самбо или дзюдо, или вольное. Ты выигрывал всегда и рвался в борьбу. Я сейчас покажу, как он рвался в борьбу. Вот здесь край ковра. Вызывается. Мандарин. Идет откуда-то там издалека. Быстро. Доходит до края. Раз, два, три. В борьбу. Не раздумывай. Но уже так кажется, что не раздумывай. У него, конечно, свои мысли были. Он очень толковый человек. Вот, да. Это человек не то, что душил, а хотел сказать, что он великий. Великая звезда наша среди даже чемпионов Союза, он чемпион. Толя ушел на переломе. Сейчас я хочу попрощаться с ним, дорогой мой человек. Первый чемпион Советского Союза по дзюдо, чемпион Советского Союза по самбо, президент Олимпийского комитета глухих, они с Украиной вместе были в одной команде. Спасибо за предоставленное слово. Я хочу сказать, что я с Толиком очень долго истории своей жизни были вместе. Очень хорошо знаю Анатолия. Меня поражает его отношение к людям. Он всегда доброжелательно относился к любому человеку, не только к борцам. Вот, например, я совсем полный инвалид по слуху, и то он со мной был очень внимательный. И мы с ним очень хорошо дружили. Сколько лет мы были в спорте, столько лет мы вместе тренировались. Я хочу сказать, что он человек искусства на татами. Он оставил в истории следы, которые
долго будут помнить поколение высших жреников Нила. Глубоко преклоняет перед таким человеком, и пока жив, будет помнить его как своего друга. Спасибо тебе за все. Добрым памятью. Земля будет духом. Доживаете, что вас, друзья, еще остались. Прощаю. Тяжелая минута. Вот. Мы собрались все друзья, близкие, кто знали Анатолия Афанасьевича. Вот. Ну, Толю я знал с детства. Я сказал, что 14 лет я его видел. Я могу о нем много рассказать. Я напишу книгу, буду писать книгу вот, про, ну, про себя. И вот про него будет. Первые, как говорится, не чокаясь за память Толи. Пусть ему земля будет пухом вечного. Сейчас, Коль, давай. Расскажу об Анатолии Афанасьевиче. Вот. Он родился на Украине, в Виннице. Вот. Попал служить в армию в Киев. Вот. Он боролся по вольной борьбе. Сильный был. Вот. Попал в первые сборные была Советского Союза, которая была в 64-м году на Олимпийских играх. Я мальчишка, Андреев приходил, приводил сборную, чтобы нас натаскать, сборной Союза по самбо первая была. Вот. И они начали тренироваться по дзюдо. И первое, я слышал от Толи Бондаренко, что он чемпион, чемпион страны стал 18 лет. Представляете? Это легенда просто. 18. Я в 19, он 18. Я мальчишкой в раздевалке сижу, руки, мощь такая, уставшая. Вот видите, такой, как устал, все. Я думаю, ну, Бондаренко, знаете. Ну, потом судьба меня свела с ним на соревнованиях, вот, которые были в Липецке. Вот, того, что он был за Украину боролся, вот, за ЦСКА, а я не работал. Вот. И вот смотрю, ну, как-то. А, нас еще приводили в сборную тренироваться, ну, как, ну, молодежь натаскать. Вот. Но с Толей я не боролся тогда. Вот. И получилось так, что в Липецке для меня первый союз был. И вот, он идет в оперу. Говорит, Толь, ты что, блин, опереточником? А я вот так отвлекаюсь. Мы с Владимиром Иосифовичем бильярд, не бильярд, а вот это, как бы, в тире стреляли. Рудман, я, Бутырский. Вот, в тире отвлекались, знаете.
Я говорю, Толян, ты что, мы ты что, оперетчик? Да нет, отлично. А потом говорит, а перед соревнованиями не надо жадничать, надо кушать, и кушать, не надо все. Потому что потом, вот, если ты выиграешь, все это окупится. Вот. Я стал в этом Липецке первый раз чемпионом, а он уже четвертый. Я борол 70, вот. А потом думаю, что я худеть, хватит, два года, как бы Ленина ходил. Вот. И мы на сборах. Вот. Получилось, прикидку сделали. Вот, пансионат ЦСКА. Я Андрееву говорю, я не хочу на прикидке участвовать. Фраеву говорю, Валерьевич, мне надо дом отдыха ехать. У меня Венгрия кровь текла, не могли остановить. Перетопление просто было. Вот, и я перешел 80 килограмм. Кстати, из 70 в 80, у меня было 77 веса на такой. Вот. Ну и прикидка, Толя Кравченко судил, он дедо не мог судить, пояс нельзя долго держать. А Толя пояс дал, он выдернет так, что он выдернул на юка, я проиграл. Ну и следующие, они Шуклины, они киевляне оба, и между собой договорились, не борются. Меня замкнуло. Вот. Ну, с Сашей дружил, с Толей, значит, как-то нам могли. Я мог вообще не выйти на склад, присильно, пропустил бы их. Потому что 75 килограмм – это, ну, еще не вес был, 80. И получилось так, что они это говорят, я ему еще, смотри, выходит Саша со мной бороться, как прыгнет в драку. И меня замкнуло, я подхват делал, я ему так шпаган делал. Я от японца научился, два года отрабатывал. Я как-то дал, мы два раза в воздухе летели. Вот. И все, мы попали в сборную на Остенд. Вот. И что получилось? Когда мы поехали в Остенд, вот это в Бельгии было, и Толяна вышел со смертным бороться, он ему сделал обив. Обив запрещен был в дзюдо. И он с такой скоростью сделал, что дали вазарь. Смерть показывает, обив был, нельзя, надо наказать, все. И Толя стал чемпионом Европы. Представляете? Вот, я стал пятым. И получилось так, что после этого сбор был в Цехотзоре, все, два номера ехало, должны были ехать в Мексику. Ну и сбор был, все. Но Толя был, конечно, красавчик. И когда мы приезжаем в Москву, в автобусе Андреев объявляет команду, и Толю не ставят. Меня ставят на чемпионат мира. Я к Андрею подхожу и говорю, вы ошибку сделали, Толя чемпион Европы. Он такого ходу, что все. Нет, мы тебя к Олимпийским будем готовить. Они боялись, что он шпилевой такой, все вот. Толя пошел в спорткомитет. Магандаз еще был напарник. Нет. Ну, нервновато еще было. Я Андрею скажу, говорю, поставьте Толя, потому что Толя на ходу, он такая, он потом, наверное, я вот что-то на меня видел, говорю, Толя, говорю, я-то при чем? Я Андрею говорю, я не надо меня на мир ставить. Вот, он, молчи, блин, что такое, да? Вот. Это была ошибка Андреева. Вот. Но его очень не любил Волощук, его очень не любил Андрей, потому что он такой. Вот. И когда мы боролись в Париже, ой, Марсель Бордо Париж была уникальная поездка, он Толя 93 килограмма. Вот. Он 8 брался, 93. Вот. И мы поехали. Там Казицкий был, там все эти, Покатаев, Витальевич Кузнецов. Марселя выиграли, Бордо выиграли и Париж выиграли. Толян, конечно, Шуклиным присели, зашли в это, в Варите, Молен Руж. И опаздывали. Пришли все сели, а там шампанское стояло, все. Ну, посмотрели программу, все красиво. Все исключают, шампанское пустое все. Толя с Бондарем пьяный сидел. Ну, на следующий день Толя вышел там с Норрисом, дал заднюю такую, что вот его плечо вылетело. А Шуклин сдох, масло подходит. Посмотри на Толя. Толя с тобой наравне выпил все шампанское. Не можешь пить, пей другое. А тот сдох просто, наверное, Саша. Вот. И что получилось, когда надо было ехать там в магазин, в Яна, там плащи покупать, все. Вот. Мы накупили все это, и нам подарили сумки французы.
Вот. Мы стали как-то упаковать надо, взяли сумки и пояс японский. И стягиваем, чтобы молния зашлась. Пояс лопается, Толя в коридор вылетает. Андреев с маслом идут. Толя, ты че здесь кувыркаешься? Да мы с Тупой прием отрабатывали. Это было. Я все время в Толе вспоминаю. Помнишь, как мы с тобой? И потом по жизни, вот мы с ним мероприятия, все, я его все время ругал, чтобы галстук одел, это все. Вот, приезжал, дом у него был, он у меня был дома. Случайно смотрю, на улице, сижу около дома, идет Толя. Говорю, Толя, пойдем ко мне домой, там посидели, все. Вот. И все мероприятия, вот, я с ним. Вот, он мне и подогнал на день рождения. Вот. И по жизни, вот, честно, вот я, он, во-первых, учил, что как покушать, как что. У нас вообще мнения были о спортсменах. Мы с ним вот, ну, душа в душу просто были. Я постоянно, сейчас в последнее время я звоню, ну, уже два месяца звоню, не подходит, не подходит, не подходит. В чем дело? Я говорю, Толян, я тебя заберу к себе, у меня есть бильярд, ты мне покажешь классику играть как, и воздух. Если бы он был у меня, он был бы живой. Вот честно говоря. Ну, Толян ушел, вот, честно, я рассказал о нем, кто сможет добавить, вот, потому что это мой друг ушел, это мой брат ушел. Честно, я его могу назвать братом. За добрую память, Толян, будем помнить всегда. Вот поле растет, засеивают, и один колосок вылезает. Вот, это вот ровная подпитка, все. Также и спортсмены, вот, олимпийские чемпионы, вот Толя тоже. Но я к себе так пониже отношусь. Ну, вон, 6 союзов, 5 Европ. Представляете? Но если был бы сам олимпийским видом, то, конечно, он бы был бы чемпионом мира много раз и все. Но получилось так, что он не попал в это. Ни разу на мире не боролся. Хотя вот, извините, я отдавал ему, я отдавал Андрееву, заберите. Это, понимаешь, в чем дело? Сам бы еще не было международным, не было Европ, мир. Вот. Вот Толяна, это легенда. Это, знаете, вот, божий дар. Вот. Я говорю еще раз, колосок идет один, поле ровное, а колосок один, вот это Толяна. Вот. Я за, еще хочу поднять за то, что вот это Бог его сделал. Вот. Благодаря родителям. Бог сверху, а это, вот, это гений был в борьбе. Он и по вольной, и по самбо, и по дзюдо рвал всех. Плюс очень умный, грамотный. Он историю знал, он книги читал, он в театрах. Он вообще, Толяна, это кладец. Вот честно, для меня то, что он был рядом, это был учитель мой. Вот. И мы, я говорю, еще раз говорю, что мы были общего мнения по всем спортсменам, по всем ситуациям, которые все. Это за уникальный человек, за него. Нет, Саша Кулеш – это личный телохранитель Бориса Николаевича Ельцина. Это воспитанник московского «Динамо». Значит, строго, сидит строго. Я его... Ну, слышал Бондаренко, но в жизни не видел. И первый раз мы с ним познакомились, когда ЦСКА был в первенстве Москвы, но это где-то 70-й год, наверное, или 69-й, ну, где-то так. 70-й, наверное. И я у Славки Донича выигрываю, подхватом. Вот. По самому это было, да? Выигрываю. Выхожу с ковра, и он мне говорит, ну, ты молодец. Такой подхват, вот, ну, как-то неудобно было, Бондаренко, тогда он был кучерявый, ну, не кучерявый, прическа еще была, сейчас он, на фотографии-то, а тогда, вот, мне так, ну, так приятно, а потом, как-то в жизни я его, в принципе, мы не встречались, и последние, наверное, лет 15, вот, и мы с Андреем Алексеевичем частенько, вот, ну, в баню стали ходить, вот, супы его в баню, да, мы потом после бани в ресторан бильярдный, в бильярду поиграть. И мы частенько его, ну,
общались. Все, в борьбе есть. Вот. Есть немножко. Скромный, спокойный человек. Он, вот такой вот, по идее, борец, по идее, вот так вот боролся, вот сколько я смотрел, достаточно агрессивно такой, сильный, мощный. Вот. А в жизни спокойный, добрый человек. И вот у него как-то случилось, ну там, начали говорить, вот у него инсульт, мы приехали как-то, дружно были с винования, но у него так висело, я говорю, Толь, а что у тебя такое случилось? Я говорю, инсульт, что ли? Он говорит, нет, это, говорит, лицевой нерв простудил. Вот. Ну и потом восстановился через некоторое время. И вот в последнее время встречались так нормально, общались нормально. Я сколько раз, вот, ну, в самый 70 обычно, там какие-то мероприятия, его уж приглашали, а я обычно рядом живу, я на машину приезжал и до дома довозил. Татьяна его обычно кофе угощала. Вот он всегда, Толя, вот, Таня, сделай кофе. Вот. Это была, так сказать, фишка их семьи. Вот. Жаль, что такой человек ушел из жизни. Царство небесное, вечная память. Анатолий Афанасьевич, не надо его так строго смотреть. Если приглядеться, он улыбается. Нет, строго, строго. Это так, он на схватке. Да, что ухмыляется. Да, правильно. Добрый вечер, друзья, коллеги, члены фамилии Дзюдо, семьи Дзюдо. Всего чуть больше месяца не дотянул до своего 78-летия мой друг, старший друг, коллега Анатолий Афанасьевич Бондаренко. Мы интересно с ним познакомились. Это как бы поколение, которое было передо мной, и как он боролся, это вообще Бог был на ковре, настолько ярко он боролся с своей задней подножкой подхвата, он, можно сказать, убивал всех. В тот период я разговаривал со многими специалистами, говорили, что сильнее его, в то время в его весовой категории никого не было. Он 6 раз выиграл чемпионат Советского Союза, еще 2 раза в команде выиграл, так что он 8-кратный чемпион Советского Союза. С 64 года по 70-й был сборной Советского Союза, первой сборной Советского Союза, 5-кратный чемпион Европы. Вообще уникальный, яркий борец. Поэтому настолько он ярко боролся, настолько он был как бы для меня так, ну, недосягаем, что ли, Богом, кумиром. Я всегда стеснялся с ним познакомиться, считал, что недостоин его. Вот, и то, что думаю, он такой великий, он не обратит внимания даже на меня. Но на самом деле он оказался очень скромным человеком, который умеет дружить, который любит друзей, любит борьбу. И, кстати, странно даже как-то встретились с ним, так-то мы знали уже друг друга, а вот близко стали дружить где-то 10 лет назад. Он ярый поклонник бани, я тоже люблю бани, мы там в нашем Марьино, есть одна баня хорошая, мы там и встретились, и как в анекдоте, лоб в лоб встречаемся, я говорю, ты что здесь делаешь? Он говорит, я здесь живу, я говорю, я здесь живу. И вот так вот мы действительно оказались, что живем в одном районе. Я стал часто к нему ходить в гости. У него, конечно, была потрясающая жена Таня, которая, ну, создавала уют и доброту в их квартире, в их семье. Чудесный человек, Толя Афанасьевич, плакал, когда она уходила, у нее был рак. Он мне говорил, Володя, я просто без нее не смогу жить. Но, слава Богу, вот. И я, и мой ученик, мы постоянно к нему приходили,
навещали его, особенно мой ученик Саша Давыдов, он вообще стал ему как старший сын, там приходил, массажи делал, ходил по магазинам, помогал, гулял с ним по паркам и так далее, потому что последние годы, да и вообще, к сожалению, у меня, ну не к сожалению, но это моя работа, я часто уезжаю в командировки, последние годы я вообще в основном за границей работаю. Поэтому вот Саша Давыдов, конечно, молодец. Я так сказал бы, что он поддержал Анатолия Афанасьевича, что вот он сумел прожить там дольше, чем, наверное, прожил один без Татьяны. Анатолий Афанасьевич, конечно, ну, потрясающий человек. Он так любит баню, что у него даже дома стоит своя баня, там такая парогенераторная. И он бывает, что даже надо в день по 2-3 раза париться. Или сказать, парился. Я тоже в этой бане парился иногда. Конечно, очень жаль, что ушел такой человек. Я считаю, что мои последние годы дружба с Анатолием Афанасьевичем, наверное, была самым, не наверное, а точно была самым светлым пятном в моей жизни. Я старался тоже как бы помогать ему, чтобы он не просто дома сидел. Часто мы на моей машине выезжали с ним на соревнования, на тренировки там, к моим ученикам или на какие-то соревнования. Ему это очень нравилось, я видел, как у него начинали глаза блестеть, как он прихорашивался, так он приободрялся. То есть вот любовь, старая любовь к борьбе, конечно, ему помогала поддерживать себя в жизни. Вот в эту пятницу были похороны Анатолия Афанасьевича. Мне очень грустно, что ушел такой друг. Великий друг, дружба с которым я всегда гордился. И даже помню, даже это не надо было мне напоминать, я помню в Гамбурге Арон Гершевич Боголюбов, когда я был у него в гостях, когда я ему рассказал, что я вот дружу с Анатолием, он меня попросил, Володя, пожалуйста, помогай Толе, не бросай его, как можешь, так и помогай. Ну, вот, к сожалению, уже помогать некому. Толя нас покинул. Надеюсь, что ему там наверху будет хорошо стать.